Начало финальной встречи уже, так, первой встречи. Стоп! Так, начало, да, в общем, здесь у нас начинается тоже первый финал. Орнат Сафронов. Здесь Горловка, и здесь Горловка. Так. Да ты смотри. Так, ну мощная будет встреча на атаках. Губы топсят, вращают. Так, 0-2. Пока ошибается Данил здесь. Здесь ошибки, смотри, что неудобно. Так, 2-4. Ну, подал. Здесь параллельная встреча идет с Орнатом Сафроновым. Красивый длинный розыгрыш. Здесь его мажет просто за стол. Обидно. Подача смоленский. Даня слабо. Так, ну оба на гладких, да. Данил черный аксиом. Повесил. Черный аксиом, красная инхе биг диппер. Смоленский это полностью баттерфляй. Это 0.5 Тенержи. Да, Данил не понимает, что играет на левой душе. Все дает ему налево как раз. О, пожалуйста. Саша на все тянет, просто тянет. Второй финал до двух побед. Промазал. О, хороший. 9-8. Мощный спарринг. Все на атаках, быстро все. Все на соплях, все вытаскивается. Вытащили. Вторая сопля. А, хорошо, конечно, хорошо. Так, первый финал. Гора на трех. Так, первый сет Смоленский, первый сет перешли. Здесь продолжается заруба, вообще идет встреча. Первый финал, Юра. Так, поехали, сет номер два, Казименко подачу. Что-то такое нижненькое такое подает. Убил. Промазал. Так, ты смотри, пролетают какие-то, а? Ошибается, Данил. Там идет встреча во втором финале. Хорошо, бля, топсят, чисто на топсах. Там встреча идет, получается, Баглачев и Барейко. Два представителя города Макеевки встретились во втором финале. Смотри, какие тут красивые длинные такие розыгрыши. О, поджал, да. Нежно, Данил, ты поэтому. Да, там баттерфляй 0.5, тенеры стоят. СК Корбел, СК-7. Основание. Оф плюс, по-моему, доска мощного Смоленского. Тоже долго, конечно, привыкал к этому мощному оружию. Долго привыкал он. Но уже хорошо вращает. Значит, у него стояли, я помню, 80-е FX стояли у него. Да. Пока
ошибается, Данил вообще пролетает на это вращение. Ух, там, блин, вообще Серега кидает прям еще вращение такое под сетку. Ну, здесь такая борьба идет, не можем переключиться, идет атаки какие вообще слева, справа, все мощно накрыто, заряженный, Малон, Фанжедон. Это Ксюшин и Малон противостояние идет. Вот Малон у нас, вот он Малон, кто у нас Ксюшин, левша. 8-6. Ну да, обидная ошибка, где-то он не накрывает. Опять плоско не накрыто, просто видно. Слева Бехар за стол, 2-0 перешли, 2-0. Смоленский впереди, здесь продолжается борьба. Такие подставочки, Ромыч тащит все вообще, Серега просто закидывает в угол, заширивает. Так, сет номер 3 посмотрим уже до конца эту встречу. Пошла заруба. Оба вращают, красивый теннис. Вытащит, не вытащит. Это, ну, красиво, да, красиво. Длинные такие розыгрыши идут. А что-то не хватает, вот слева не разонят, он Бехан, сетка идет у него. Надо просто, наверное, вещи кистью, может, вперед больше движения делать. Или руку тянуть дальше. В общем, есть ошибка. Да, здесь плоская, когда идет, у него ошибка, в общем, непонятно. Ошибся. Красиво поднимает Даня. Картовой Сидоровлад. Ошибается. Да ты смотри, а, красавчик. Восемь четыре с подачи. Короче, по верхнему Даня ошибается, по нижнему лучше играет. Он ошибается на верхнем. На нижнем он поднимает нормально, контрольно на стол. Победа. Смоленский. 3-0.